Сейчас нам нужно узнать планы лоялистов. Я пытался, но солдатам ничего не говорят. Только ждать приказов сверху. Пытайтесь дальше. Приходите, когда узнаете что-то нужное. Мы близки к победе. Еще пара атак, и мы покончим с этой войной и избавимся от короны. Что ты хочешь делать? Пока ничего, учитывая, что мы ничего не знаем. Я думал, у тамплиеров везде глаза и уши. Они были, пока ты не начал их резать. Твой человек сказал приказы сверху. Все очевидно. Нужно просто выследить командиров лоялистов. Проучите их!
Вы обдумали предложение? Я не уверен. Помочь им значит лишить защиты Нью-Йорк. Здесь и так трудно поддерживать порядок. Нас мало. Но если не помочь им, их разгромят. И что тогда? Нужно было морем. Все одно и то же. Так мы ничего не узнаем. И что ты предлагаешь? Войти и потребовать ответов? В общем, да. Засада! Коннор, поспособствуешь? Ставь лидерам живых, Коннор. Их нужно до... Мы доставим их ко мне в Форт Джордж и выясним, что они скрывают. Вот как? А ну-ка живо беги за ним. Сам беги. Я присмотрю за пленными. Нет, ты. Почему? Я так хочу. Живо! Пораниться, дурак. Чего он веселится?
Просто уйди!